Привет, ребята, с вами Тая. Сегодня для обзора я выбрала линзу из серии Fresh Look Colors цвета Green. В блистере этот цвет не выглядит слишком ярким, он скорее полупрозрачный. Но, как показывает опыт, линзы из серии Colors на глазах могут выглядеть вполне насыщенно, так как в линзах есть отражающий слой, который блокирует естественный цвет глаз, что позволяет полностью изменить его. Именно поэтому они особенно хорошо подходят к ореглазам. То есть мне. Ну давайте проверим это. Режим ношения этих линз дневной, и носить их можно в течение одного месяца с момента открытия блистера. Влагосодержание этих линз 55%, диаметр 14,5 мм. В очередной раз убеждаю, что практически все оттенки из палитры серии Colors имеют очень нежные цвета, и при этом они способны перекрыть карие глаза. Поверх моих карих глаз этот зеленый цвет получился очень естественным и натуральным. Довольно часто проблемой в цветных линзах становится очень большая зона зрачка. В этих линзах она идеально подошла моим глазам. И сами по себе линзы очень комфортные, и в них не теряется острота зрения. Глаза выглядят очень естественно и при этом довольно выразительно. Я считаю, мне очень идет этот цвет. И я думаю, он прекрасно подчеркнет любые женские глазки. На этом обзор подошел к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и задавать свои вопросы в комментариях. До новых встреч!